Ну и, собственно, наверное, поаплодируем, друзья, да? Начинаем. Самый основной момент. Перед вами уже не рейтинговые бои, а долгожданные встречи профессионалов. И на сцену я бы хотел бы пригласить вице-президента Федерации Дабл-Е по Российской области, по России, по Российской Федерации, дорогие друзья, Тургамбаев Нурдин. Встречаем, дорогие друзья, под ваши аплодисменты. Также на нашу импровизированную сцену, то есть на ринг, приглашаем президента Федерации WF Санкт-Петербург Тургамбаев Самат. Почти одна фамилия. Также приглашаем вице-президента Федерации WF Мамбетхулов Максат. Ассаламу алейкум, Питер. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы второй раз проводим наш замечательный турнир WF Кулату Эртаймаш. Каждый раз, когда приезжаем в турнир в Питер, в обычных словах говорится, мы просто балдеем. Гостеприимчивые, наши братья узбеки, таджики, наши ребята кыргызы. Я уже вес набрал хороший. Я должен был выступать в августе, но я здесь за пару дней хороший вес набрал. Почему? Потому что вы показываете свою культуру, ребята. Это замечательно просто. Вам спасибо большое за такой гостеприимчивый и за такой турнир. Хочу отдельно поблагодарить Самата Тургумбаева, президента Федерации WF по городу Санкт-Петербург. Замечательный турнир проводите. Я также его помощником Наджимедину брату и брату Ахану брату тоже отдельная благодарность за то, что поддерживает и проводит такой большой турнир. Хочу пожелать всем бойцам удачи, пускай побеждают сильнейшие. Ну и, собственно, давайте перейдем к самому долгожданному моменту. Зачитаем, дорогие друзья. Сертификат выдан от Федерации национальной борьбы Кулату Эртаймаш за постоянную поддержку спорта, неоценимый вклад в проведение турнира WF World Эртаймаш Federation, а также за вклад в пропаганду и развитие национальной борьбы Кулату Эртаймаш и поддержку отечественных спортсменов. Награждается Снеткова Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, мы кричали, вы, наверное, хотите, чтобы как по-бойцовскому, да? Хорошо. Сниткова Ольга! Также, дорогие друзья, сертификатом награждается Ходжаев Нажмедзин Нурдинович. Выдан от Федерации национальной борьбы Кулату Эртаймаш за постоянную поддержку спорта, неоценимый вклад в проведение турнира WF, а также за вклад в пропаганду развития национальной борьбы Кулату Эртаймаш и поддержку отечественных спортсменов. Ну и с важными цифрами 112-28 награждается Тургумбаев Самат Ханабекович. И официально с сегодняшнего дня президент города Санкт-Петербург, Федерации WF, ну и, как же без корочки, президент WF по Санкт-Петербургу Тургумбаев Самат. Максат, пожалуйста, слово. Здравствуйте, уважаемые участники, дорогие гости, болельщики.
Мы рады приветствовать всех вас на нашем замечательном турнире, международный турнир WF Pro Fight. Позвольте поблагодарить организаторов во главе Тургумбаева Самата, нашего друга. Также Ольга Синькова, спасибо вам. Наджимидин Ходжаев, тоже вам спасибо. От имени Семейной Федерации Кулату, Эльтаймаш. От имени президента нашей федерации Руслана Кадырмышева. К сожалению, он не смог присутствовать, у него личные обстоятельства. Он передал привет. И всем бойцам, я думаю, сегодня вы покажете яркие поединки. И всем победа. Спасибо. Огромное спасибо. Ну и общий по аплодирам проводим вас. Я лишь добавлю, за последние 6 лет федерация WF успели открыться в 17 странах, точнее 17 филиалов, это начиная Япония, Корея, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Иран, Грузия, много где открывается, и мы набираем набороты. По всему миру есть 7000 организаций ММА, и на сегодняшний день WF занимает гордую 24-ю строчку. Есть куда расти, но мы уже впереди. Под ваши аплодисменты мы начинаем турнир, друзья.